Я пользуюсь случаем, хочу поздравить всех макеевчан с великим праздником, Днем Победы. Макеевка тоже принимала участие в освобождении и города Макеевки, и Донбасса целым, и Украины, и всей нашей родной страны. Я знаю, что сегодня проходили ветераны по улице, центральной улице города Макеевки. Еще раз с праздником, счастья, здоровья, самого прекрасного. Удачи всем нам, макеевчане дорогие.